Мир всем, помолимся Господу перед занятиями. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живездесы, и все исполняя, и сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Господи, мы Тебя благодарим за то, что Ты нас собрал сегодня, в этот чудный воскресный день, воскресение пред Рождеством Христовым, чтобы мы позанимались, поучились, поисследовали священное Твое Слово. По Евангелию от Марка, Господи, отверзи наш ум, отверзи наши уши и очи духовные, чтобы мы могли услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Ибо без Тебя мы, Господи, не можем делать ничего, как Ты сам говорил. Мы Тебе славу ссылаем, Отец, Сын и Святой Дух, во веки веков. Аминь. Итак, сегодня у нас 31 декабря 2023 года. Я сейчас сделаю демонстрацию. Так, демонстрация. Вот, на прошлом занятии мы уже стали разбирать Евангелие от Марка, 10 глава с 32 по 45 стих. Я предлагаю его опять, этот кусочек, прочитать и продолжить с того места, где мы остановились на прошлом занятии. От Марка 10, 32, 45. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот здесь Христос опять еще раз, в очередной раз напоминает, что Он скоро пострадает. То есть Он готовит учеников. А мне еще интересно здесь, что, казалось бы, первосвященники и книжники, они должны, наоборот, были способствовать Христу. А тут так сказано, что и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам. Интересно, на тот момент у апостолов укладывалось в это в голову то, что Сын будет предан в руки именно священникам. Ведь священники, они
пастыри народа, как он будет им в руки предан быть. Но дальше он говорит, что и предадут его язычникам, то есть и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Все это Господь готовил своих учеников. Он не сразу это, а постепенно им давал понять то, что ему надлежит пострадать. И брат, вот мы остановились. Да, брат, пожалуйста. А вот интересно, что этот стих почему-то не применяют современные пропагандисты, когда говорят, что кто душу свою положит за други своя, они применяют. А вот здесь не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Его почему-то не вставляют, еще, видимо, не догадались. Я про то, что как можно перевернуть смысл, не зная толкования и дух Писания. Именно, они приводят стих, там есть еще другой стих, что «Ибо нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих». А вот этот стих, нужно его тоже приводить, потому что «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть не для уничтожения, не истребления, а именно искупление многих. А кто такие многие? В другом месте сказано, для искупления всех. Многие – те, которые откликнутся на зов Божий. Ведь сказано всем, это действительно так. Потому что Господь говорит, я хочу, живу, не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Но не все послушали голоса Божия, не все. А малое количество, малое стадо только. Один митрополит, еще ссылаясь на Христа и оправдывая убийство христианами, сказал, что Христос же сам говорит, что я пришел, принес не мир, но меч. Мы ему сказали, что в толковании не так, но как будто бы муха прожужжала и улетела. Никакого эффекта не было, к сожалению. Ну да, ты про духовный. Как бы ты, мол, закрой рот, и ты все равно ничего не понимаешь в этом смысле. А мне даны знания. Итак, ну где мы остановились? Мы остановились вот на вот этом отрывке Священного Писания. Пособие нам предлагают к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти». О, нет, прошу прощения, мы не здесь остановились. Мы тут проходили уже. Так, сейчас, минутку. Вот. Там выше стих был, Откровение 1.9. «И я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Это говорится, здесь приведен этот стих Писания, потому что в контексте того, что Господь говорит, что чашу страданий пить будете, но сесть, он сыновьям Зеведеевым это говорил, как раз там был Иоанн Богослов и Иаков Зеведеев, его младший брат. Он говорит, и вот здесь приводится доказательство, что вот Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. То есть здесь сбывается пророчество Господа о том, что чашу страданий они, как и сказали, будут пить, и они выпьют ее. И вот здесь вопрос задает пособие. Давайте на него подумаем и дадим ответ, у кого есть. Не придется ли каждому христианину отведать эту чашу в некоторой мере? Пожалуйста, братья. Вот пособие задает такой вопрос. Не придется ли каждому христианину отведать эту чашу в некоторой мере? Можете стихи привести, Писание, если у кого есть.
Мы зачитаем их. Можете сами привести и сами же зачитать. А почему в некоторые еще хорошо бы ответить? Почему не в полный? Да, интересно, не придется ли каждому христианину отведать эту чашу в некоторой мере? Я думаю, на мой взгляд, некоторая мера – это у каждого же своя мера. Ведь дает Господь всегда искушение по силам. Может быть, в этом смысле, в некоторой мере. То есть самая большая сила – это у кого была и есть. В полноте кто испил чашу? Господь Иисус Христос. Конечно, Господь Иисус Христос. А у каждого своя, там, одно тело, но много членов. И, допустим... Возьми крест твой и следуй за мной. То есть, ну, каждый свой крест понесет, который ему будет дан. То есть, возьми крест не мой, а следуй, а свой, да? Угу, да, принимается. По своим силам. То есть, Господь дает то, что может человек понести по его силам. Замечательно, мне нравится. Вам дано не только прославиться, но и страдать за Христа. Есть такое, да, в Писании? А брат Владислав Ковачев приводит стих Писания Деяния, 14 глава, с 21 по 22 стихи. «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вот тут написано «многими скорбями», а вот брат Николай говорит, почему сказано «каждому придется пить эту чашу скорбей в некоторой мере». Ну, на мой взгляд, очень полно и хорошо ответил брат Александр Шацкий, потому что он привел стих Писания: «Возьми, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, не мой, а свой». То есть не Господень крест возьми, а свой, и следуй за мной. А у каждого действительно крест свой. Многие, наверное, слышали эту притчу. Одному, так скажем, человеку было видение, и он молился перед этим, говорил: «Господи, Ты мне дал крест не по моим силам. О, если бы я сам мог выбирать свой крест». Господь ему ночью явился в видении и говорит: «Пойдем, будешь выбирать крест себе сам». Он такой обрадовался, думал: «Сейчас выберу самый маленький крест». Долго искал среди крестов и нашел самый маленький крест. Такой говорит: «Господи, вот я вот этот хочу крест». Он говорит: «Так этот как раз твой крест и есть». А, кстати, тут вот брат привел, Владислав-то, стих Писания, а здесь он и приведен у нас как раз в пособии. Деяния 14 глава, 22 стих. «Утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Видите, как совпадение. Я часто, кстати, за собой тоже такое замечал. Находишь стих Писания, читаешь толкование, и там тоже так же идет. Но тут другие стихи есть. Братья. Да, брат, мир, пожалуйста, миром. Прости, что прервал. Еще в дополнение 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение». То есть это к тому, что Господь нам по силам дает искушение, испытание, скорби. Отошел. Да, благодарим, действительно так. То есть вот такое свидетельство, и это свидетельство подтверждено, именно вот брат привел стих Писания. Так. И тут еще, кстати, много, давайте их найдем, все эти стихи. 1 Петра 3:19. Сейчас, минутку. Так, сейчас. Мы их сейчас все поднимем, эти стихи. Библия. Итак, «которым
он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. 3.19. Вот почему вот это приведено здесь? Мы говорим о чаше страданий, а здесь приводится, что Господь, когда умер, он душой сошел в ад и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Почему здесь это приведено, интересно? Давайте это мы потом можем вернуться. А сейчас, ну, может, дальше... 18 стих тут имелся в виду. Что... 18, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу однажды, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Ну да, вот этот больше подходит, потому что если Господь уже страдал, то мы-то тем более должны, то есть не должны удивляться, что, потому что Господь же нам показал путь ко спасению, то, что Он прошел, и мы идем по стопам Господним. Вот сестра, это Девора, а вот сначала брат Николай Астахов пишет, невозможно человеку в полной мере испить чашу страданий Иисуса Христа, только частично. То есть он задал вопрос и сам же на него ответил. Но мы уже на него ответили, просто он хорошо сформулировал здесь. Сестра Девора приводит 1 к Фессалоникийцам, 3 глава, 3 и 4 стихи. «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так, как нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». И апостолы знали, что страдания, они будут, и они это предсказывали. К Евреям, 10 глава, 38-39 стихи, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит, к тому душа моя», моя с большой буквы. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. А еще я хотел к этим словам дополнить слова из Нагорной проповеди, слова Христа. Он говорит, если кому дано пройти поприще, иди с ним два поприще. То есть приготовься и не смущайся, потому что Господь выше твоих сил не попустит тебе искушения. И иди весело на по пути Господню, весело, не с унынием каким-то, а засучив рукава, иди спокойно, как исполин пройти поприще, как в 18-м псалме написано. Возрадуется, яко исполин пройти поприще. Принудит, да, если тебя принудит, именно. То есть получается силой. То есть ты тут, да, уже идешь и сопротивляешься. Это важно. Да-да-да, важно, что не именно самому искать приключения на одно место себе, а именно, если принудят уже, и ты увидишь в этом волю Господню, ты задний уже, ну не давай, Господь с тобой, Он близ, Он рядом. Поэтому и я думаю, на мой взгляд, и сыновья Зеведеевы сказали, что будем чашу пить. Когда Господь их спросил, а будете ли чашу пить, они говорят, будем. Он сказал, чашу пить будете, а сесть по правую или по левую сторону около меня не от вас, не от меня зависит, но кому уготовано. То есть кому уготовано, в смысле того, кто больше всех потрудится, потому что Господь праведен. Если другой больше потрудился, зачем он, хотя он тебя любит больше, ну вот как Иоанна Богослова, все знали, что Иоанн Богослов – это любимый ученик Христа, но Господь, он праведен еще, и поэтому он поставит по правую сторону того, кто больше потрудился. А какое поприще имеет в виду Христос? Место Писания, кто-то вспомните, я не могу найти сейчас, что «Ибо и золото, приготовься служить Господу, ибо золото испытывается огнем». Там про искушение как раз. Брат Виталий прям наизусть знает, я не помню. Это Сираха. Поприще – это расстояние. И примеры можно, если можно? Ну, к примеру, вот поприще, потому что, да, я... Ну, брат задал вопрос о поприще, и у меня тоже осознания нет такого. Ну, например, тебя принуждают к чему-то. Вот к чему, например, ну, как это все понять?
Идти, это поприще, это расстояние. Расстояние. Ну да, это поле, да, это расстояние, но это путь какой-то, да. Это понятно, но по принуждению. Вот, о каком поприще имеется в виду? Ну, еще раз говорю, поприще – это расстояние. Это не что-то такое, а расстояние. То есть тебя заставляют идти определенное расстояние. Может, ты раб. То есть государство может тебя заставить, принуждать. Иди с ним два. То есть, не смущайся от этого. То есть, отнимают верхнюю одежду, отдай нижнюю. Вот это о чем речь. Это значит, не протився через зло. Злом не протився. Не отвечай злом на зло. Вот это о чем речь. То есть ты не можешь силу применять, то есть какой-то там, их убивать в ответ, защищаться определенным образом, так, чтобы тебе нанести увечья, да. Ты смиряешься. Да, там надо выше читать. Сказано также, что если кто око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. То есть не протився злу. Смирение. Господь говорит у Исаии, на кого я воззрю, только на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих. Так, вот скидывают в чат. Давайте зачитаем. Брат Владислав Ковачев, 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 по 27 стихи. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закон, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому остаться недостойным». Вот, брат Владислав, прокомментируй, пожалуйста. Это вот, ну, мысль хочется, поделись мыслью. То, что вот, ну, привел. Да. Речь идет о скорбях. Скорби бывают как вынужденные, так и добровольные. Мы берем на себя, так сказать, ответственность, неответственность, как сказать. То есть для всех сделался всем, это тоже определенные уступки служения ближним. Смиряю, порабощаю тело мое. То есть это также скорби. И все ради Евангелия. То есть эти скорби могут быть добровольными в том числе. А на мой взгляд, это не добровольная скорбь. Просто апостол Павел, он живет по заповедям. А по заповедям мы все должны, ну, обязаны жить. И он, как он в другом месте он говорил, как же он сказал-то? Стих из головы вылетел. Только хотел сказать. Так, сейчас, минутку. Для всех дел совсем это скорее отвержение своего «я» и по отношению к тем, кто слушает, говорить так, чтобы они это усвоили. Да, это же как раз не то, что он себе там приключения какие-то искал.
Он делал то, что я, говорит, что то, что я должен делать, я то и делаю. Также и Господь говорит, когда все сделаете то, что вам велено, не говорите, что мы такие сякие, а говорите, что мы рабы неключимые. И что должны были сделать, то и сделали. То есть ключевое слово здесь рабы. Мы рабы Божьи. Вот. И он не мог не сделать, апостол Павел. Он не мог не сделаться для всех всем. Не мог, потому что Господь так его на это послал. Чтобы он именно души человеческие приводил к Богу. А как это сделать? Надо это сделать так, чтобы души не отвращались, а именно шли. Вот он такую хитрость применял, что те даже не понимали, что они говорят с ревностным рабом Божиим. Они думали, что они говорят как бы, ну, они понимали, конечно, что он святой человек, но могли принять его слова. Игнатий Кирилович тоже такой же пример показывал, как он примирил две враждующие стороны, и те думали, что он с той стороны, с этой стороны. Вот именно это такое искусство, да, наверное, мастерство духовное. Да, искусство миротворчества. Блаженные миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся, сынами Божиими, то есть как раз и должны подражать Христу, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Так вот, брат Николай Астахов тут приводит. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 2. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на него». К Владиславу вопрос еще тоже, что он имел в виду, в том плане, что если ты христианин и ты ради Христа что-то от себя отрезаешь, как место Писания, которое он привел, да, когда воздерживается от всего, да, то разве это для тебя скорби или испытание? Ты это делаешь с радостью обычно. Ну, бывает, там плоть потрещит чуть-чуть, а так в целом-то это же, мы тут сейчас не про это говорим, а про внешние какие-то вот эти... Внешние гонения, это скорби внешние, конечно. Ну и внутренние бывают от сатаны тоже все это, и даже от ближних. Вот. А то, что касается заповедей Божьих, ну, другого пути нет, только мы должны следовать путем заповедей Господних. Конечно. Вот сестра Екатерина Дубровская пишет. Новый Завет. Послание к евреям святаго апостола Павла, глава 12. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот это, к слову сказать, о поприще. Как раз сестра привела, вот кто-то спрашивал, что такое поприще. Поприще – это вот возьми крест свой и иди за мной. Готовься. Помните, может быть, кто-то лучше знает эту притчу, как одного святого как бы мучил один демон как-то внешне. Он не был бесноватым, но он там какие-то скорби ему давал. И как-то один раз что-то он что-то делал, как запнулся, что ли, что-то такое. Как будто в бессилии. И бес как засмеялся, он говорит, а что ты смеешься? Я просто, говорит, над твоей слабостью, ну, бесу он говорит, инок, я, говорит, над твоей слабостью смеюсь, потому что ты, говорит, мучишь меня, а я себя приготовил на мучение, настроил еще 200 лет мучиться, а он столько лет человек-то не живет. Ну, и дьявол был по срамлениям просто, убежал от него.
Вот вопрос все-таки. Братья, как раз Христос постился. Давайте кто-нибудь другой, брат Николай сначала, а потом уже Владислав. Говори, брат. Христос, когда постился, а напоследок взалкал. Это же не значит, что он чашу какую-то испил в этот момент. Он взалкал, это просто, понятно, плоть, она требует свое, но в данном-то случае чаша в другом заключается, то, что мы сейчас обсуждаем, испить чашу. Это же не в этом то, что... Или в этом тоже. Вот как бы тут хорошо это до конца проговорить, чтобы понятие было. Да, брат Владислав, пожалуйста. Вот по этому же своему вопросу, как дополнить хотел бы. Вот как написано, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Но к Богу нас приводят не сами по себе скорби ведь, а скорби как следствие того, что мы как раз исполняем заповеди Божии. Ну, то есть миру это не нравится, обличает и еще что-то. Возникают скорби от того, что мы исполняем. И вот когда я привел стих, не стих, а целый отрывок-то апостола Павла, то, ну, я, наверное, может, лишка захватил сверху, надо было. Я понял так, что это все подводится к последнему стиху. «Смиряю, порабощаю тело мое». Ну, а сюда относятся и пост, и бдение, и труды различные. То есть такая мысль, что... Да, я думаю, тут мы уже разобрались, давайте там не будем копаться ничего. Ну, там каждый, вот что мог, вот привел. В исполнении, наоборот, у нас должна быть радость. И как апостолы ходили же, проповедовали, и ну, гнали их, даже там получали они за это. Ну, а потом они же шли оттуда и радовались. То есть они радость получали они в скорби. Скорби могут по разным причинам-то быть. Единственное, вот брат Вячеслав хорошо заметил, что не надо самому какие-то там приключения себе искать, нарываться на что-то. Допустим, там некоторые у нас доходят, там начинают там с начальниками что-то спорить, там еще что-то. Если начальник, он тебе не является препятствием на пути к твоему спасению, зачем ты на рожон к нему идешь? Это я просто как пример взял. Вот. А другое дело, когда тебе Господь сказал, там, иди, там, благовествуй, делай, а тебя за то, что ты людей приводишь ко Христу, за это ты получаешь что-то. Конечно, ты получаешь, и, подражая апостолам, ты должен говорить «Аллилуйя». То есть ты это сделал для Господа не по своей воле, по прихоти или для своего тщеславия, а именно для славы Божией, и ты смотришь плоды от этого, люди обращаются. И за это тебе, ну, враг... Через людей тебе, ну, какие-то скорби посылают, сколько Господь ему попустит для твоего же испытания. Да, и нельзя веру свою строить на отрицании чего-то, то есть и деятельность свою выводить, потому что это все приведет в конце концов к фиаско, даже если человек говорит правду, то есть на отрицании, то есть постоянно на противоборстве, допустим, то есть другие что-то делают, да? У них грехи, ошибки и все остальное. А ты, получается, живешь чисто за счет отрицания их греху, ну, то есть борьбы с ними. Как паразит около, вроде как ты говоришь правильно, но ты должен сам строить-то. То есть сам иметь большую деятельность, и тогда поймешь, что такое это, чтобы нигде не согрешить. А не то, чтобы там со стороны, как, вот, допустим, Кураев. До чего умный человек, какие давал лекции и все. А потом он пошел в отрицание, то есть у него все только было насчет того, чтобы указывать на недостатки, да? И он на этом, то есть он собрал вокруг себя аудиторию, можно сказать, таких вот как этих, как бесы собраны на этом, на мытарствах, да? Они только этим будут заниматься, они везде будут четко будете указывать каждый грех и добавлять к этому еще. То есть это должно быть только в комплексе, ты должен видеть грехи, обличать их. Но в комплексе, что ты сам идешь к Богу, и ты строишь, и других ведешь. Вот, Игнатий, детский лагерь, книги, проповеди. То есть положительное движение к Богу должно у тебя-то быть. В любом случае. А не так, что ты на отрицании просто все живешь. Это все почти, они в итоге заканчивают плохо.
Ну, по крайней мере, если даже, ну, в любом случае, мало кто, кого они к Богу могут в таком расположении привести. Они только недовольных вокруг себя, ну, насобирают еще больше, и все. То есть без любви. Как кто-то сказал, что правда без любви – это ложь. Так, давайте, братья, тогда пойдемте дальше. Так, Иоанна 3, 5 и 8. Здесь нам пособие приводит. Так, Иоанна. Пятый стих. И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Ну и сразу прочитаю восьмой стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким, рожденным от духа». Почему пособие, на ваш взгляд, приводит вот эти стихи о... именно о рождении свыше? Это третья глава Иоанна Богослова, 5-8 стихи. На ваш взгляд, дорогие, кто как думает? Мы говорим о страданиях здесь. Вот, ну, выше перечислили, что Господь, Он стал предсказывать то, что Ему надлежит пострадать и в третий день воскреснуть, и ученики к нему подошли и попросили, чтобы он одного по правую сторону посадил между собой, другого по левую. Вот здесь вот почему именно приводится этот стих из беседы Никодима, который ночью пришел ко Христу и спросил его, что мы, говорит, знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И Иисус говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды свыше, не может увидеть Царствие Божие». Почему вот здесь вот это вот сказано? Версии есть какие-то? Кого-то? Кто у нас не отвечал? Сестры можете, давайте, сестры, тоже подключайтесь. Пишите, языком говорите. Это, не стесняйтесь. Наверняка ведь, вот сколько у нас, больше 50 человек, у кого-то все равно какая-то мысль есть. И поделитесь с нами. Мы же общение. Что такое общение? Это мы делимся друг с другом знаниями, кому как Господь открывает. Да. Но я хочу сказать, как я понимаю, почему здесь именно приведено то, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Почему как бы здесь приведен этот стих? Ну, потому что ты не сможешь чашу страданий выпить, если ты не будешь в полноте, если ты не будешь рожден свыше, если ты не будешь иметь своим пособником Бога. Если Дух Святой не вселится в себя, ты все равно не выдержишь это, всю чашу до дна, ты не сможешь страдания выпить без помощи Божией. Я так понимаю это. То есть, если не переродишься, получается, да, ты не выпьешь эту чашу, если не переродишься. То есть, тот ты должен, отвергнись, и тот умереть должен, а родиться новый. Ну вот правильно, я тоже так понимаю. Угу. Да, благодарю, брат. И Господь же говорит, что если зерно, упавшее на землю, не умрет, то не принесет плода. Если не умрет, то и не оживет. В другом месте сказано. Чего делать, Господь сказал. То есть здесь тоже получается. То, что настоящее можно только с Христом сделать. А это без рождения никак не получится. Я так думаю. Да, именно. И вот как бы... даже, может быть, прискорбно, что среди православных эта тема особо как-то не обговаривается.
Попробуй заговори с кем-нибудь о рождении свыше. Я как-то попробовал заговорить с одним священником. Он говорит, а кто родился свыше, ты что ли, говорит. То есть это из его ответа было понятно, что по его пониманию свыше, ну, может родиться только Серафим Саровский, там, например, там, Николай Чудотворец. А Господь-то что, прямо же говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Увидеть. Тогда надо, значит, на этом и задуматься, как сделать, чтобы родиться свыше. Что сделать для того, чтобы родиться свыше? Ефесянам 5 глава 14 стих. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ну вот как раз «восстань, спящий» – это и значит, что ты должен родиться. «Осветит» – что значит? Духа Святого даст. Ты родишься от Духа Святого. Это и есть рождение свыше. Римлянам 10:17. «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». То есть это условие, да? Да, первое условие для рождения свыше. Первое условие для рождения свыше. То есть те люди, которые идут в храм и говорят, что мы читать будем, потому что мы не любим Слово Божие читать и вообще ничего не любим. Мы зато в храм ходим. Нет, это не проходит. Библия такому не учит. Вера говорит не от хождения в храм, а именно от вера от слышания, а слышание от Слова Божия. От книги вера, от Библии. А потом оттуда уже все проистекает остальное. Да? Тогда еще можно сюда добавить, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5 глава 39 стих. Да, аминь. Они отходят сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Иисус Навин, 1 глава 8 стих. Еще есть такой 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Давайте посмотрим. С миром принимаем, брат. Пожалуйста. Матфея 5:8 – это заповеди блаженства. Читаю. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Значит, толкование. «Многие не хищничествуют, не обижают и даже милосердны, не блудодействуют и в других отношениях бывают нечисты, но в других отношениях бывают нечисты. Посему Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту или целомудрие не только по телу, но и по сердцу, ибо без святыни или чистоты никто не узрит сердце. Как зеркало, когда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа». Вот это вот, по-моему, есть тоже ключ к рождению свыше. Чистое сердце. Да, это второе условие, одно из условий. Первое – это чтение Библии, второе – иметь чистое сердце. Потому что если ты ведешь нечистую жизнь, какой-то в тебе какая-то господствующая страсть затесалась, как говорит Иоанн Златоуст, то ты уже, не способен будешь просто принять Слово Божие. Наверное, это меня можно поправить, это я могу заговориться, так что я только буду рад. Я просто хочу мысль брата, да. Можно, да? Игнатий Ильич как говорил, что первая ступень – это понуждение себя думать о том, что ты действительно погибший, бесповоротно грешник. Если это муссировать, я думаю, может и камень даже размягчится. Поэтому я считаю, что это самое высшее, что может быть в этом, как в начале рождения.
Не знаю, вот так я думаю. И это тоже, да, это все, это условия для того, чтобы родиться свыше, без чего, как мы уже сказали, что не войдешь в Царство Небесное. Я предлагаю идти дальше, не зацикливаться на этом, а предлагаю Галатам, первая глава, которая нам пособие предлагает, первая глава, 4 стих, и 3 глава, 14 стих. Давайте найдем и прочитаем. Так. Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Это 4 и 3 глава, 14 стих этой же книги. 3 глава, 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Ну, тут все сходится. Мы как раз говорили о рождении свыше через, от Духа Святого. И здесь как раз говорится, что мы через Христа получили обещанного Духа. Именно ключевое слово «верою» получили, не просто так. Иной раз, почему человек не может получить Духа Святого? Это говорит о том, что, значит, веры нет у него. Поэтому, как здесь хорошо привел брат слова, что привел пример Игнатия Тихоновича, что, Господи, как он молился, Господи, даруй мне веру в эту книгу, в Библию. И через некоторое мгновение у него говорит что-то в голове, как будто бы. Щелкнуло и везде верю, 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 верю. То есть радость такая у него появилась. Именно верую. Без веры Духа Святого не получишь. А вера, как брат Владимир Пащенко сказал, что приобретается именно через чтение Слова Божия. Ну и он привел стих Писания просто. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Так. Что у нас там еще есть? Это... Сестру Наталью Усатую, пожалуйста, подсоедините к вам, может. А мы пока зачитаем. Владислав, брат, приводит. Я, ну давай, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть условие, что... ты являешься рабом Божьим, ты не можешь грешить. А если ты грешишь, значит, Дух Святой в тебе, значит, недостаточно. Так, 1 Иоанна 5, 18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть, видите, ключевое здесь – хранит себя. А то некоторые подумают, что, ну вот, я рожден от Бога, и все, я по определению я спасенный. Нет, ты должен хранить свое сердце, блюсти, поставить туда стража и никакого лукавого помысла не допускать. Какой-то вражий перелог приходит, сразу должен смотреть. Мы должны различать духов, от Бога ли они, вот эти помыслы. И, а как их, конечно же, как их можно различить? Их никак по-другому нельзя различить, только через Слово Божие в свете толкования святых отцов. Совпадает? Все, значит, принимаешь. Не совпадает? Отвергаешь. Брат, тут еще можно дополнить. Премудрость Соломона, 1 глава, с 1 по 5 стих, если можно почитать. Да? Там говорится, почему человеку не дается Слово Божие. Как раз там объясняется. Так, ты сам, брат, будешь читать или мне прочитать? Нет. Да, тебе прочитать. Ага. Премудрость Соломона, 1 глава, с 1 по 5 стих. Ага, сейчас, минутку. Все, читаю.
«Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его. И он ибо Он обретается не искушающими Его, и являются неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость, и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». То есть, смотрите, Дух Святой, может быть, ты и получил, но его можно утерять. Поэтому и здесь сказано, что рожденный свыше хранит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И как здесь? Вот ибо Дух Святой, Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Это вот о том, что мудрый уклоняется от греха. Если ты не уклоняешься от греха, то по Писанию ты уже не мудрый, соответственно, ты глупый. Ну да, вот мы это и пишем, что как бы. Так, сестра Девора приводит Иезекииль, 11 глава, с 18 по 20 стихи. «И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Это тоже как раз о рождении свыше. Что значит «и возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное»? Ну, вот даже на примере апостолов можно это посмотреть. Когда апостолы еще Духа Святого не получили в полноте своей, то один отрекся от Христа, другой голый убежал, когда его схватили, то есть простыню оставил, убежал. Ну и вообще-то сказано, что все оставили его, кроме там исключительных случаев. Вот. А когда Духа Святого получили, то есть тогда были сердца каменные, а когда Духа Святого получили, сердце стало плотяное. И уже все, апостолы стали совершенно другими. Там считаешь, разница огромная. Почитайте в Евангелии об апостолах, как они себя вели, и почитайте, как они себя вели уже в деяниях апостольских или там в посланиях апостолов. Это брат еще показывает притчу о сеятеле. На какую почву упало семя Слова Божьего? Вот если на доброе, вот она из каменного становится плотяным. Так, брат, ну да, именно. Но ведь там еще Слово Божие говорит, что помнишь, там еще есть притча о плевелах. И когда ангелы Господу сказали: «Господи, а ты же посеял пшеницу, откуда взялись плевелы?» Он говорит: «Враг людей посеял их ночью, когда вы спали». Они говорят, ангелы говорят ему: «Господи, повели нам, мы прополем это поле и уберем эти плевела». Он говорит: «Оставьте до жатвы». Иоанн Златоуст толкует, что были плевелы, а если они, так скажем, многие плевелы станут пшеницей, потому что человек создан со свободной волей. Он выбирает между добром и злом по доброй воле, и Господь здесь его никак не может сделать насилие над ним, принудить его. Поэтому бывает, семя упадет на каменное сердце, это я вот, на каменное, а оно может потом смягчиться. Может такое быть? Если плевело может стать пшеницей, то я думаю, может. Вот. Но не утверждаю. Я так просто как бы на рассуждение дал. Вот сестра Людмила Зуева приводит
приводит. Выдержка из автобиографии «Слова молитва» Игнатия Тихоновича. «Я стал говорить Богу моему, отцу моему, другу моему с большой буквы. Прости меня, я страшно устал. Прости, я не оправдываюсь. Я виноват во всем. Я помню, сколько раз ты меня звал. Ты ждал меня. Ты не поразил меня. Для чего? Вот я весь. Ты видишь, нет чистого места. Гордость, тщеславие, ехидство, смехотворство, злость. Мне не перечислить все преступления мои. Если можно, то прими меня, прости меня. Я читал в Евангелии, что ты из-за меня умер, Христос, и мать твоя Мария видела, что мне жалко было тебя видеть на кресте. Прости, прости меня. У меня нет веры такой, чтобы всему верить, что я читаю в Библии. Дай мне эту веру. А всякое сомнение, оно дурно, оно погубит меня. Помоги мне, прошу, веры большой, полной. Прошу веры большой, полной, чтобы я ни в чем не мог сомневаться, чтобы ты мне будешь говорить, что ты мне будешь говорить через Слово Твое. Я устал, я хочу и умереть, но и это не дано, и это не избавит от мучения. Мне сказали, я читал это, что кровь Твоя омывает всякий грех. Омой и меня, если по-другому нельзя простить, пощади, а я буду славить Тебя всегда. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Это вот в автобиографии Игнатия Тихоновича, как он молился, это вот кто-то из братьев сказал, что надо просить прежде всего веры в Слово Божие, потому что без Слова Божия, ну, невозможно спастись. Могут спастись без Слова Божия, это где-нибудь какие-нибудь люди, которые... Это гипотетически, если представить, находятся на каком-нибудь острове, и до них Евангелие как будто бы не дошло, как будто бы. Хотя сказано, что в конце вселенной глаголы их, вот, и так далее. Но они будут судимы по совести, как говорит нам Писание. Потому что совесть – это тоже Евангелие, только оно внутри нас заложено. Внутри нас. И есть люди, их мало, но те, которые именно готовы были пойти на смерть, но не поступиться со своей совестью, не изменить ей. Сестра Екатерина Дубровская приводит Ветхий Завет, книга Притчи Соломонова, глава 4, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот. Об этом не надо забывать. Хочешь жить, не хочешь умереть? Хочешь услышать глас Сына Божия, когда мертвые услышат глас Божий и, услышав, оживут, как читаем в 5 главе Евангелия от Иоанна. Охрани свое сердце, потому что именно в чистое сердце поселяется Слово Божие. Так. Так. Ну-ка давайте зачитаем. Сразу последнее, наверное, сообщение. И сколько успеем, там уже будет время Игнатия Тихоновича. Вот брат Николай Астахов пишет: читаешь, потом исполняешь, и потом уже рождаешься свыше. Другого пути нет, пишет брат. Читаешь и не исполняешь, то погибаешь. Это он приводит Златоуста. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть это говорит о том, что человек бывает порой сам виновен из-за того, что он какую-то болезнь приобрел или что-то страдает. Почему? Потому что где-то он согрешил. Итак, братья, я всех благодарю за участие. У нас сейчас время Игнатия Тихоновича. Вот. Его выбило почему-то. Надо ему набрать. Брат, пока наберете, то я тут чуть-чуть добавлю еще. Пожалуйста. Что слушать, ну и вера вот что нужна, тоже еще стих нашел. 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 по 4 стих.
ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Да, спаси Христос, брат. У нас время Игнатия Тихоновича. Игнатий Тихонович. Да. Время вопросов и ответов. Ваше время. Хорошо. Я слушаю. Вот я сразу задам вопрос, что меня попросили задать вам, спросить. Вот человек, ну, иногда я могу и за собой такое, не часто, но бывает такое, что вот стоишь в храме и позевоты. Вот, что вы можете прокомментировать вот это? И что, что стоишь в храме, и что? Зевота? Ну, зевота нападает, да. Ну, тут просто ответить нельзя конкретно. То, может быть, с ночной пришел, организм требует тебя отдохнуть, а это не хватает кислорода, рот развивается. А что, зажми зубы, не развивай рот. Постарайся попросить у Бога, чтобы дал силу выстоять. Причин много. Это немощь плоти. И плоть противится духу. Здесь они сталкиваются. Тем более плоть может быть истомленная очень. Монахи, вон стоят они к стенке или где-то смотришь, пополз вниз. Я другой вопрос хотел сказать. Апостолы были избраны Христом. Момент избрания, это было для них каким-то важным шагом? Что? Получили они духовное крещение? Было ли рождение у них там? Когда избрал, они ходили с ними 3 года с половиной. Что у них там было? Зачем нужна была Пятидесятница? Сошествие языков. Вот эти вопросы простые как будто, но они как раз отвечают на все, что вы сейчас говорили. Я спрошу еще, вы видели такой ролик, называется «52 года в пути»? Венспилс. Кто видел? Я видел. Ну, о чем там речь идет? А вы возвращаетесь на те места, где вы были, где у вас произошла встреча со Христом. Именно аллилуйя! Вот там вы увидите, что тогда я уже и говорить не могу ничего. А едем из дальнего путешествия, прошли буквально всю Европу. Сердце жаждало прикоснуться к тому месту. Это место рождения. И что Господь делает, показывает. Так вот, когда начинаешь на это смотреть, и у Павла где произошло это? Для него не было Пятидесятницы, для Павла. А когда она была у него? Когда Дух Святой сошел на него? Когда он стал рожденным свыше и крещенный Духом Святым? Эти вопросы простые, а люди даже не знают, что можно задать. У православных можешь не задавать. Никто не ответит. Я бы так неплохо было, был бы здесь кто-нибудь из руководства, чтобы послушали вопросы, могут они ответить или нет. Каждый тянет, говорит, к себе в рот. А кто не дает, того не дает, ничего не ложит в рот, объявляет войну. И вот рождение свыше, рождение, и крещение Духом Святым, ну насколько люди объясняют подробно есть. И кто-то сегодня говорил, как я говорю, первый шаг – это полная, абсолютная сдача. Освободить себя от прежнего. Умер я, отвергнись себя, первый. Возьми крест и следуй за мной. Кто-то сегодня это сказал, припомнил мои слова, когда я говорю, что в этом акте человек должен признать себя погибшим окончательно, бесповоротно, неизменяемо. Я когда с людьми разговариваю, говорю, ты пережил это? Он даже не знает, о чем я говорю. Меня ни один человек в мире не мог убедить, что я могу спастись. Я ходил в церковь, свечки ставил. Даже такое, не просто так. Но я на 100% был уверен, я буду гореть в аду. До момента, пока Библия мне в руки дана была, мне никто не уговаривал там считать, занятия со мной вести. Этого не надо. Не надо, я по себе беру другим. Почему надо кому-то, может быть, постепенно как-то добарабается до этого дня. Прошло полчаса, как мне дали Новый Завет, а хозяева в другой комнате обедают, они когда зашли, меня уже Господь взял в руки свои. Мне нужно помолиться, а молиться не знаю как. О чем просить, я не знаю как.
Бог все это открывает. И такой огонь полыхнул, что я на Лоцманском подъезжаю, специально такой, бегает маленький, как кораблик, который на берег сходит, а мы на рейде стояли. И первому же человеку, кому сказать, первый человек, я ему говорю о Христе. Только что обратился. И с тех пор я не могу нигде замолчать, нигде. Ни на допросах, ни в тюрьме, ни там, где грозят смертью, грозят прямо смертью. Там было, приходили меня убивать и прочее. Господь полностью берет заботу о тебе. И все события так складываются, что ты только удивляться будешь. Удивляться будешь, что он совершил. Вот я просто передаю опыт. Вот тут нет сегодня человека, который мне задавал вопросы сегодня, но его нет, он приболел. Занимался ли я с детьми? Когда? Где? Какая программа была? То есть есть где-то. Почему? Потому что я только в одном университете вел занятия 18 лет. 18 лет. А приходилось вести занятия примерно в 5 университетах одновременно, в 13 школах. А как в школе? Как учителя реагировали на это? Понимаете, я что, когда говорю, я еще никого не встретил ни разу за 61 год, у кого было бы так же. А я считаю, то, что у меня, это самый лучший вариант. Мне это открыто. Вот как. О, Дарья, мамы там нету. Мама тут. Мама, слышишь, что я говорю? Да, да, все слышу. Мама, я сейчас буду говорить, отвечать на ваши вопросы. Как относительно занятия с детьми. Я никогда не вел отдельно уроки с детьми, вот, которые сейчас ведут. И я не знаю, нужно ли это так вести. Но я не против. Занимаюсь, что где-то я обращаюсь к своим. Мне никто никогда не говорил ничего. И мгновение, как молния сверкнула, все сразу. Проходят годы, а я уже через 3,5 месяца стоял за кафедрой. Уже проповедовал. И спустя десятки лет только, когда я стал считать Златоуста, я встретил то, что я говорил. Бог приподнял крышку и положил. Людям, когда говоришь, они не верят в это. Я знал столько анекдотов, как душа, говорится, где соберутся люди где-то. Все это здесь. Мне надо убрать. Я помолился, и Бог все убрал. Убрал все. Богу нужен сосуд чистый. Вот это люди не верят. Что просил я, Бог дал, а это не верят. И что? Вот у меня сестра, она в большом городе, и она с учителем, у нее там дети учатся в школе, и она там с директором договаривается. Меня трудно очень тронуть с места, но если ответят три причины будет, три, тогда я могу поехать. Три. Первая у меня причина такая, что провожают тут брата, его надо будет что-то сказать, наставление, очень важный момент. Второе. Она говорит, что вот то-то там нужно... Там по соседям позанимать, кажется. А третье, в школе я договорилась с директором, чтобы ты провел здесь уроки. Тут я все сразу заканчиваю. Завтра я уже в этом городе. И вот в этом городе как встречает меня женщина, она говорит, я завуч. Это второе лицо после директора. Так, как вы располагаете временем? Я говорю, сколько вам надо, сколько классов? Она говорит... Сколько в классе находит? Ну, там бывает до 30 человек. А больше можете? Да как где сидеть? А с другого класса туда перетянуть столы? Давайте. И они забивают под завязку. И в это время я начинаю вести у них занятия в школе. Какие у вас классы? Они там говорят, с какого класса. С этими я захожу и первым делом взглядом смотрю, какие плакаты висят. Допустим, тогда было экономника, любит быть экономной. Все, об этом я и говорю. Дальше захожу, ничего нет, две картины. Рембрандта и там еще одна картина такая, где я начинаю говорить об этом, с картины. Объясняю это библейские сюжеты по искусству мира. Потом следующий, значит, через месяц, это 45 минут.
Ну, бывает там 50 где-то. Там подготавливают другой. Я через коридор только перехожу наискосок. Там другие классы точно так же. 2-3 класса в одной комнате. Я только перешел и захожу, поздоровался и сразу начинаю говорить. Третий точно так же теперь по этой стороне уже приготовили. Отношение необыкновенное. Завуч говорит, вот я с вами хожу третий день. Ну, третий день, да каждый день вы, допустим, 5 занятий ведете. Говорите вступительное слово, и каждый раз разное. Я, говорю, даже о таком не слыхала. Как вы? Мне тут никто ничего не портил. Я все время выпрашиваю у Бога, что бы ты, Господи, сказал. Дай мне это знать. У меня нет образования, повторяю, ни гуманитарного, ни, которое, как назовем, церковное там, или как. У меня нету ничего. Я техник-строитель, технарь. А почему? Молитва и живая связь с Богом. У меня есть выражение такое. На живую молитву от живого человека, возрожденного, отвечает живой Бог. А что потом, святые, вас не касается? Касается, они раскрывают шире. Но если не вопреки что-то в Библии написано. Библия делается абсолютным авторитетом. Для меня первый день был, я как будто бы услышал голос. Я его не слышал, но он у меня здесь. Вот эти стихи писал, у меня как будто бы, я уже сколько раз показывал, во время моления как бы строка проплывает. Как бы. Я тут же записываю ее. А потом 35 строчек, 9 и 4, 9 куплетов, 36. Могу записать с закрытыми глазами. Это не один, не два, а почти 4 тысячи. Это я нахожу сегодня, опять тетрадь нашли, новые стихи, которые там в 63-м году писал. Вот какое дело, как? У меня опыт. А какой класс? Мне разницы никакой нет. Первый класс, второй, третий, десятый. Тогда 11-го не было. Я отвечаю, как написано. И поэтому сказать, что я с детьми отдельно занимался, хотя сам начальник, директор осознанного своего лагеря 45 лет. У меня там занимается кто? Виктор Николаевич. Он с ними занимается. Приехал Игорь Владимирович. Вот он занимается. Я не занимаюсь. Я каждый день показываю им нарушения в поведении жизни. И от этого делаю раскрывку. А отдельно не занимаюсь с ними. Почему? Я не занимался, мне Бог открыл. Я на этом теперь держусь. А и когда говоришь им, много занимался Ульянов, Володя, пятерки. И кем стал? Адольф Алоизович, Шикельгрубер. В будущем Гитлер будет. Он в церковном хоре пел. Знал закон Божий. Кем стал? И что нужно? Встреча со Христом. А это придет. Осознание, что ты ни к чему не пригодный сосуд. Вот сегодня считали это, что рожденный от Бога не грешит. Для православных это ересь. А дальше и не может грешить. И что он не может. Я как-то сказал, вот судя по всему, Игнатий Брянчанинов, он не был рожденный свыше. Монашество. А монашество, в монашестве рождение свыше, крещение Духом Святым, ни одного слова нету. Нету за 2000 лет на миллионной аудитории. Сколько их там было-то? Вообще этого не главное послушание Аби, дороже поста и молитвы. Это придумать надо. То есть борьба с лукавым духом, пост и молитва. Они дороже, то есть выбиваясь из рук их, под водительством теперь дьявол живет и не знает. Главное, слушайся его. А он думает, какое послушание. Вот подал там какой-то прутик, посади его здесь. Посадил. Теперь поливай его каждый день. Воду носи только ртом. Речка течет внизу. Он идет туда, почерпнул, дошел, плюнул туда сколько. А он в окно смотрит. Год проходит, второй, третий. И он говорит, сын мой, наверное, говорит, уже проросло. Иди, вытяни. Он со всей силой как бы тянет. Но там же сгнил корень. Нужно. И вот они сойдут, Савва, и друг с другом разговаривают. Какой у меня, говорит, ученик замечательный попался. Наверное, после меня настоятелем будет. А какой? Он зовет его. Иди-ка сюда, сын мой. И там... глыба, ну, допустим, 2500 тонн, скала. Он говорит, прикати ее сюда. Вот он побежал, упирается, песок, пыль идет. Он говорит, смотри как, ну, ясно, что он не движется, он не должен разуму думать. Я сказал, будет, так, иди сюда. Все, видел как? Вот это считалось подвиг. Вот он каждый выкамуривал, что будет. Если не слышали, я расскажу больше того.
Вот я житящий святых насчитывал, духовный лук. Вот приходит к монастырю с сыном. Вот я то сейчас буду говорить, кто только скажет, что слышал, сразу же скажите, я слышал. Мне надо найти, кто знает. Пусть он продолжит. Он стучится день, второй, третий, а сын с тобой, мы не принимаем. Мне негде жить. Тогда вышли, говорит, поговорите с ним. Сына он отдает, и что больше с ним не разговаривал, не кормил и не поил. Мы берем на себя обязанность. Он говорит, готов. Но он-то, сын-то уже посинел от голода. Он его тятя, а он в сторону пошел, а потащили его куда-то. А кем работаешь? Сапожником. Посадили его. И вот ребенок ходит, некормленный, обовшивший, синий весь, подходит к отцу и не может понять. Любящий отец сделался хуже камня. Даже и голова, они за ним смотрят как. Ну, хорошего приняли. Не могут. А теперь он плачет, ребенок-то. Ему выговор. Ребенок мешает нам молиться. А сами там договорились. Вот здесь мы стоим, высокий берег, Дунай. А там река. Возьми его и брось туда. Так, кто слышал? Александр слышал. Вы рассказывали уже. Ну так. И они бросили его. Он бросил туда, а там его выловили. И вот какой геройский подвиг. То есть любовь человеческая как бы вообще ничто ставится. Послушание это глупое. Понятно. Судить только. Сегодня тебя бы осудили и не вышел никогда, может, как садист. А это подвиг считается. И вот эти вопросы решать в том, что... А где же любовь-то? А другому так дали, печь растопленная, там стоять нельзя. Сказали, ее туда засунь, пусть сгорит. И вдруг она погасла. Тут можно написать, что угасла. Так вот, просто этими примерами я говорю, что монашеству вообще неизвестно это рождение свыше и крещение Духом Святым. Мне это Бог дал в один день, в промежутке одного часа. И этот огонь горит уже 61 лет, год. 61. Без этого никто. Никто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это такие трудности человеку в этом мире жить и не находить понимания. Это очень трудно. А Бог дает так, что у тебя будут соратники, друзья, дети духовные. Ты на все будешь смотреть другим уровнем. Авторитетов для тебя не будет земных. Папа римский или патриарх это и вся, которая ниже челядь. Но перед тобой все время будет стоять скрижали Господни. И то, что Господь сказал. И откроет тебе Господь знание Писания. И все сюда войдет. Вот что нужно говорить. Я вот узнал, я когда раньше не слышал этого, вот, которые к нам на занятия ходили в университет. Ну, а потом ходили, потом посмотрели, у нас там девушки женились, а потом врагом стал. Ну, он неверующий был. Он так говорит, до встречи с вами я все знал. Вот он говорит... До встречи в университете он все знал. И как будто кто отрезает ему. То, что узнал от меня, он против меня идет. У него все отнято, а там дальше впереди ничего и нету. И он делается наглым, бессовестным. Какие дела вытворяет. Вот как. Это надо все иметь. А другой все помнит, вот как отец Геннадий Фаст, что я на лестнице крашу окно, там... подрядились работать, а он внизу стоит, там банку держит, и первая беседа, и он сразу обратился. Менонит, молодой ученый. И он везде, где бы он ни был, подчеркивает, где был начат этот новый путь. И когда беседа была, я сказал, изберите какую тему, он берет о 10 девах. Ну, говорит, тут-то я знаю на все. Он стал объяснять, я говорю, все, ложь. Как так? Теперь я стал объяснять ему, что означает «уснули». И проще. И он говорит, я тогда уже понял, что у сектантов, а он у баптиста там кружок вел, от ума, а у православия от Духа Святого. А это большая разница. Слушаю. Хорошую тему вы сегодня открыли. Ревнуйте об этом. А сколько время? Всегда ревнуйте. И так бегите, чтобы получить. На ресталище бегут многие, но один получает награду. Златоуст подробно так говорит, как борцы борются, как они, чтобы тело его, ну, кожедуба-то это было. Он намазал себя там какими-то маслами-то и не может его удержать, он как угорь выскальзывает. Но потом они встретились. Так вот здесь точно так же, намочтись, тело, все Духом Святым, помазание.
и он ничего не сможет сделать. Слушаю. Игнат Тихонович, я уточнить хочу. То есть для детей лучше на живых примерах все показывать, чем усаживать их там за парты, да, и вот, учить. Вот. Поясняю. Они здесь, я все время в лагере, они видят на их глазах. Любые они друг друга обижают, где-то разборки, и все, чтобы втиснулось Слово Божие. И все это 475 роликов снято. Вот так хватит на деле. И они, когда мне операцию сделали, они узнали, что операция сделана, меня уже везут, и они их не могли усыпить. И они уже ночь начинается, и они все в деревне меня ждали, когда подвезут меня. А мне можно было только лежать или стоять. Сидеть нельзя было. Ребенка не обманешь. Дети, это очень... Вот он, живой пример. За столом ли где-то сидим, где я все это объясняю, почему нельзя, какой святой сказал это, Василий Великий. Вот, и они все знали. По отдельно вот так вот заниматься, как вот сейчас где-то ведут, я не вел. А вот так вот, сегодня одна школа, директор сообщает соседней, они там рядом школы где-то. Потом я в другом месте где-то в городе захватываю. Все это бесплатно. И ходит она, как так, что вступление делаете, и всегда разное. Вот сколько было, все разное. Как у вас на стенах надписи, и вот они мне дают направление. Из ничтожного извлечь полезное, и будет как уста Господни. Разницы никакой нет. А если бы ни одного плаката не было, как? Ну, может быть, она какое-то слово произнесла. Мне разницы нет никакой. Я буду молить Бога, чтобы он показал, как этим словом воспользоваться. И поэтому разнообразие такое большое в стихотворениях во всем. Слушаю, сестра. Тогда у меня еще вопрос. Давай. Тут читаю. Разбойник на кресте сказал одно только слово, одно только прости и спасся. Спасение человека зависит не от минуты, а от секунды. Смиренным помыслом человек спасается, принимая же гордый помысел, он теряет все. Преподобный Паисий Святогорец. И что? Ну, разбойник не говорил же прости на кресте. Что записано, скажи только одно. Мы больше не знаем, что он там сказал. Давай увещевать такого. Побудил его тот. А сколько они были в тюрьме? Сколько следствия было? Этот-то промежуток сокрытый, а там-то он и доходил до этого. А другой ничего нету. Давай насмехаться. Нет, я работал как, ну, добровольно в тюрьме. 3700 человек. По камерам ходил. Где-то около 18 лет. Я знаю натуру этих людей. И когда им это говоришь, где-то сразу друг перед другом еще скитаются, а уже короткое время пройдет, он покаяние приносит. Покаяние очень сильное. Он получает дар слез. Вот со мной один сидел, такой же тоже Владимир Прокопьевич. И Бог открыл нас сразу, отсадили от общей камеры. А нам только этого и надо. Так что с детьми вопрос вот так. Пример так. И дальше ты отвечаешь на вопросы. И они понимают, что здесь подвох не пройдет. Я сразу вижу, как вопрос этот задан. Я его могу отпарировать и вернуть его так, что он будет помнить. Еще вопросы? Игнат Тихонович, а вот в толковании у блаженного Феофилакта рай и Царство Небесное – это разные вещи. Ну, разные, правильно. Небесное Царство на небе, а рай на земле. Ну, говорим о том, что нам известно, что апостол Павел был до третьего неба. А какие небеса? Где они третьи? Там ракеты летали. Не надо рассуждать. Мы должны только произнести, и все, в это не входить. Не надо совсем. Не входил великое для меня недосягаемое, не смирял я души моей, как дитя, отнято от груди матери. Вам легко видно, когда отсадили его, как он протягивал руки. Вот в этом все и заключается смирение. Я не знаю.
Вот мне много раз приходилось, многократно. Отовсюду новые люди приходят, и у вас что, дар прозрения? Я говорю, а в чем дело? Ну, я только думал вам письмо написать, пришел домой, от вас письмо пришло, и как раз ответ отвечен. Как вы знали? Ничего я не знал. Это Бог делает. Берет тебя руку и напишет, и что? Притом это один бы раз, два. Или вот мне сообщают, там то в Америке я пришел, пнул. Что лежишь? Вставай на молитву. Он спрашивает, а кто ты? Я назвался. Потом он меня нашел, и сейчас у нас тут он бывает. Леня Якобчук. Украина. Бог открывает. Притом вот это вот, что я хожу ночью якобы где-то, я не знаю. И как? Ну, доверься Богу, доверься. И Господь как-то покажет все. Враги бывают где-то, ну, прямо, даже говорить страшно. Обо мне снимают фильм. Они напрашиваются, режиссеры. Отец Аким говорит, ну, прими их уже, говорит, они тут все узнали, сняли, говорит, просятся. Раз заходят, я отказываю. Второй раз отец Аким снова звонит, там, издалека. Ну, я говорю, что смотреть-то? Вот он я перед вами, ничего у меня нету. Приехали, разрешил. И они берут сразу же интервью у священников, у которых я исповедуюсь и причащаюсь. И они вошли в историю. Три священника, благочинный, ух, какая у него власть была. Один епископ сказал, таких у нас только три человека, говорит, на всю страну, который вперед опережает власть и знает, что власти нужно сделать. Три священника. И они ни один не дожили до моего возраста лет 20. Вот Господь как будто рукой махнул, и ни одного нету. Приезжают, ну, не, специально ко мне едет человек, я ему не разрешал. Он там все с собой взял для житья. Ну, и если потребуется, кому я скажу имя, все, в Барнауле здесь. А в Потеряевке он, ну, прекрасный видом, все есть. Такое стихотворение у него сохранилось, он писал о Московской патриархии, о всем, что делается. А потом поднялся против. Ну, я раз против поднялся, значит, к священникам ближе, его сразу протолкнули там, без семинарии, священником стал. И священником был, и когда на меня нападения были, так он пришел специально, чтобы выставить, против меня напасть. Я тогда позвонил, но уже ночь была, епископу и сказал, вот такой-то выступать думает завтра, я обязан буду сказать все про патриархию. Он его тут же прекратил, больше не было. Спустя какое-то время он умер. Я не знаю, 40-то лет ему даже не было, наверное. Господь махнет рукой, я когда говорю об этом, я поневоле должен сказать вам. Я его принял, он у меня жил, там, работал как мог, построил даже домишко себе небольшой. Все, все прахом пошло, его нет. Притом это, если бы один раз где-то, это у Бога все на учете. Подставь вторую щеку. Я подставляю, а уже бить некому. Почему? По немощи. Отец Аким рассказывает, как у них было там один самый старый священник, все с Украины, с Западной, и как они там, ну, против его были. Разом, просто одним разом. Бог куда-то всех дел нету. Умерли? Тоже они там всякие дела начали делать. Притом это неоднократно. Вот идет человек очень грамотный, преподаватель в университете, преподаватель в академии и ведет курсы в метрополии. Идет домой, а ребятишки бегают, обгоняют друг друга. Он мне задает вопрос, как смотреть на это соревнование-то? Ну, он задает вопрос, а меня-то нет. Он думает, я сейчас приду и задам. Но включил мои диски у него там или пленки были. Он включил и на этом деле... Он наполовине почти там где-то остановил, когда уходил. Я объясняю, что такое соревнование и как есть. Как это может быть? Я ни на один вопрос ответить не могу. Это Бог делает. Моего ничего там нету. Я не знал про ребятишек, я их и тебя ни разу не видал. Но другой раз опять отвечает что-то где-то как-то. Как будто бы я пришел там ему сказал. Много такого слышать приходится. А почему? А Господь по немощи нашей отсыпает, он щедрый. 5 голышей в сумке. И голяв кверх ногами. Каких только на меня не натравливали людей. Сколько бы я ни разговаривал с теми, которые сидели.
которые большие сроки отбывали. И ни одного не было, как было у меня, даже близко не было. И поэтому они так слушают маленько, ну и видно, что не верят. Что я проповедую в камере каждый день, минимум 2 часа. День разбитый на молитву, 5 раз на молитву, по часу, по полтора. Копирается камера, охранники стоят, слушают. Да не может быть этого. Ну вот так. Даже не может быть. Это говорят люди, которые отбыли. Глеб Якунин, Дмитрий Дудко, Зоя Крахмальникова, ну, там, Александр Огородников, те, которые отбывали сроки. Ничего подобного ни у баптистов, ни у кого не было. А почему так? Вопрос Богу задавать можешь. Мне не задавай, я ничего не знаю. Я только захожу, а который раздает что-то. Откуда, дед, с Барнаула? Я тебя уже тут 2 года жду или 3 года. Да откуда ты 3 года? Там меня только арестовали. А мне уже сказал Бог, что вы прибудете сюда. Дают там мразь, там грязная, перемощенная. А я, говорит, спрятал чистые простыни, там подушки, наволочки, нетронутые. И он, я для вас берег. Как я могу это придумать? Нельзя это лишнего слова сказать. А почему? Бог знает. Вхожу в камеру один, он сразу же, а вы Бог. Я говорю, ну вы что попало прям? Мне ночью было, что придет в камеру Бог. Я говорю, я о Боге говорю, и Господь, может быть, зайдет к вам. А я только на одну ночь туда послан был, по этапу иду. А уже Господь предупредил. И он всю ночь сидит человек и переписывает Евангелие. Вот как Бог делает. Рожденный от Бога не может грешить, ему не до этого. Никто нам о Боге не говорил, кроме того, что Бог есть, и есть мука вечная. Мать сказала, нельзя в пионеры, нельзя плясать, нельзя с женщинами дело иметь. Все на этом. Все обучение. И этого было достаточно, чтобы встретиться со Христом. Сколько раз вот я встречался, где мог обратиться, там кто-то сегодня зачитывал. Кто-то читал. Из книги «Для Слова Божия нет уст», наверное. Как я каялся. Кто засчитывал? Да, Игнатий Тихонович, из вашей книги как раз. Это вы считали? Как у меня было покаяние? Я читала, да, и сейчас вот выставила. Для меня это были очень слова такие важные. Ну, вот увидите. Ну, вы понимаете, что это придумать сложно, чтобы к сердцам людей дорогу пробить. Иначе бы через Гоголя все обратились, Достоевского, но не получилось. Слушаю и повинуюсь. Это кто говорил? Аладдин. А был у нас Анатолий такой, слушаюсь и повинуюсь, говорил. Да. А он-то откуда взял это? Джин это говорил из бутылки. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Да, благодарю, сестра, вопросы. Только я на вопросы эти так и отвечаю. Отдельно с детьми нет. У меня вот эта система есть. В каком возрасте о чем говорить есть. А когда занятия веду, у меня разные-разные возраста. И спрашивают, как. Вот бывает детская Библия написана синего цвета. Не признаю. Только такая Библия, как есть. Она не может быть детской. Ему, ребенку надо сказать эти слова несколько раз, а потом разъяснить его языком. Вот так. Детскую Библию придумал тот, кто не пережил рождение свыше от Библии и ценность слов библейских не знает. Да, именно вот это и есть. Говорить, как начинает вступительное слово Божие, и все. Я с одним шел, когда с занятий, я уже говорил об этом. Мужчина высокий, ростом такой, и говорит, ну вот, наконец-то я поверил. Я думаю, ну вот видишь, как Господь опять душу нашел. Я говорю, какое слово вас коснулось? Да меня все коснулось. Я же до сегодняшнего дня думал, что я верующий, а на ваших занятиях я понял, поверил, что я неверующий. О, разочаровал такого меня. А в этом до начала и есть. Сначала надо освободить этот сосуд,
а потом Господь в душу вводит, входит на чистое. Признание того, что ты неверующий, это первый шаг. Начинать с нуля надо. Если ты не пережил рождение свыше, это первая задача. Признать, что ты погибший, и выхода нигде нету, только через Голгофу. За все благодари. Вот представьте себе, я фразу какую сказал, она уже там расползлась везде. Монашество в том виде, в котором оно пришло в Россию, принесло вред больше, чем вместе взятые фашисты, коммунисты, масоны и мусульмане. Во сто крат большее зло принесли они. Мне никогда этого не простят, а я это докажу в течение 3 минут. Идите по всему миру. Они самое лучшее, что в мире было, все за стены и ушло в песок, не давая потомства. Главное, золото молчания. А вера от слышания. А как слышать, так и слов-то нету. Все. В этом все. Я за монашество. А не так, что вот у нас тут демографический срыв, неправильно, а вот вы такие, да почему не женатые, молодые? Это от лукавого слова. Ты что, хочешь повысить? Ну, если каждый день 20 тысяч абортов в России, 20 тысяч, то вы трое, четверо, если женились бы, да его надо еще родить, да каким он будет? А ты помолись, Господь покажет, готового материала, сколько таких, такого возраста, который уже понимает что-то, иди и свидетельствуй, ты свободен. Есть разница между женатым и неженатым. Вот апостол Павел говорит, женатый заботится, как угодить жене, и добавь, никогда и не угодишь. А не замужние заботятся, как угодить мужу, да баб, никогда не угодишь. Не угодишь делом, не угодишь и телом. А когда человек один, говорит, он угождает Богу. А враг поносит это. Апостол Павел был женатый. По порядку начни перебирать. Про одного Петра только известно, что был женатый. Хорошо оставаться, Павел говорит, как я. А вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Так что не надо жениться. Павел говорит так. Но если будешь, чтобы она была у тебя как тело, а ты как глава. И заботились не о мамоне, а как послужить для Бога. Я приветствую такое сочетание. Но только не надо забывать статистику. В Российской Федерации в первые 4 года после венчания 84,6% разводов. На 1000 браков, 1000 человек, 846 разведенные. Кто этих детей воспитывает? Маленько так, посмотри. Я, слава Богу, что он женился и жену привел сюда. Это благодарение Богу. Но часто ли это бывает? И как еще дальше будет? Она не только бывает, он и не приобрел. А совсем, от которых женились, они вот тут не участвуют. Ну, редкий случай, что у нас участвуют. Это милость Божия. У вас будут скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот повторяй по это. А скорбей будет очень много. Ребенок родился слепой. Или еще что-то там. Ну, разное там ДЦП. Там. Может быть такое, может. А дальше еще родственница. Не забывай, у тебя теща или свекор, или свекровка. Она будет по-своему давить. Ребенка оставь у нас, тут иди, пока там работай. Они неверующие, они что с ребенком тебе сделают? Не на день отдавайте детям неверующим. И лишний раз, чтобы не прикасались, которые больные. Надо знать, как обходиться здесь. Женился на скорую руку, на долгую муку. Вот так. И поэтому, чтобы брак был счастливый, это когда оба для Бога живут, вот тогда да. Я вот через кого обратился, его звать Михаил, а она Анна. Михаил Александрович, Анна Матвеевна, Еремеева. Вот тут Еремейщик у нас какой-то есть. И вот они жили двое, у них детей не было. А у меня стихотворение написано, я с первого дня полюбил все, что говорится-то. Господи, как Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Вот человек этот не говорил, а у меня так было, вот как они есть. Вот тютелька в тютельку, так все у меня идет.
Так, вопросы? Да, наверное, разбрелись все по горам овцы. Слушается пастыря. Тут на меня выходит один Борис, он кажется, Олон, молдаванин. Ой, с ним никто не знаком? Он бывает здесь. Мы переписываемся с ним. Горящее сердце. Горящее. Он говорит, наш страну там хотят, все, к румынам никак нежелательно там молиться надо, чтобы она была с Российской Федерацией. Патриот такой. И много лет отсидел там за плохие дела. И вот мы познакомились, и у него такая любовь, даже не выразишь ее. Да еще с таким это, как бы акцентом пишет. Молдаванин. Ну, вопросы. Паства. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, моя дальше. Подскажите, а если актер – это греховная профессия, то можно ли смотреть хорошие фильмы? А что но, там? Ну, разные же фильмы бывают. Вот мама мне иногда скидывает фильмы какие-то, но актер-то сам по себе, он же как, он же не благое дело-то делает. Так. Он и в разных фильмах снимается. Так, я вам скину. У меня 24 фильма, которые я советую посмотреть. Первое, которое я советую, очень даже хорошее, «Еремия». А нас конкретно спрашивают про актеров. Они же, говорит, в разных фильмах потом снимаются, и бывают плохие. Но, сама профессия, ты, говорит, актер, это же плохая. Но, видишь, такая. А если... Ну вот смотрите, допустим, Иуда Бен-Гур видели? Иуда Бен-Гур. Нет. А вот посмотри, там многое, что вы увидите. Которые положительные образы, или Кама Гридеши, там 56-го года издания, постановка. Много таких. Отдельно Иосиф есть фильм. Мы на других даже его не знаем где-то, актер. Смотря какой актер. Златоуст это все крепко показывает. Но тогда не было, как они купались, женщины голые там купаются в бассейнах, мужики смотрят и такое все. Сейчас по столбам лазят. Но если фильм поставлен, вот это, я сказал, «Еремия», там по всем отраслям его даже трудно поверить, что это артисты играют. Как будто бы сам Иеремия пророк. Пример. Просто Иеремия заряди и все. И можно смотреть хоть сколько. Бывает Иосиф, как с Иосифом там. Так, есть такое Авраам, есть Моисей. Названия такие библейские, там библейское все. Вот в одном, в другом месте я его никогда не встречал. Ну, другое дело, там Вячеслав Тихонов. Он там Бим, черное ухо, белый Бим. Он же играет там Штирлица, еще где-то. Но не, это не пример. И время не тратить. А вот которые фильмы я называю, они полезны для души. То есть подражать охота. Ты с ними как будто вместе переживаешь. «Искупление» еще хороший фильм. «Искупление» хорошее. У меня там все указано, как раз это все указано. Я скину вам, Дарья. Хорошие фильмы есть, очень даже. Конечно, против таких фильмов Златоуст их никогда не видел и сказать не мог. Но понятно, что оно полезно, потому что укрепляет человека в вере. А вот это, которое там воевал-то, на фронт не хотел идти-то. По соображениям совести, кажется. Да, да, по соображениям совести. Вот так запиши, по соображениям совести. Вот. Он не принял присягу и на фронте был как? Скольких людей спас? Это живой пример был. Она в одном фильме все это вмещается.
Ну, если человек посмотрит что-то про природу, как она ему помешает? Он ребенок сразу узнает, и ему рассказывают, вот то-то, то-то, вот это опасно, нельзя подходить. Бывает змея там, бывает змея, кошки лезет, она лапой так показано бьет, или курица прям змею отбивает. Игнатий Тихонович, а вы можете этот список фильмов скинуть в чат, потому что тут спрашивают? Сейчас скину. Да. Прямо сейчас во свете Библии. Сейчас же. Ну, только кончим говорить, не отходите. Я сразу скину вам. И кроме того, скину наши люди, которые составили там такое. Далеко там ищет. Мое далеко там и прочее такое. У меня большие материалы эти есть, проверенные. А вот бывает, кто-то решил переделать фильм, по-новому поставить, там ничего нету, даже близко. Иуда Бен-Гур. Я это услышал от преподавателя в университете. И он у меня есть, я скину. Так, вопросов нет? Будем молиться? А назначайте, Игнатий Тихонович. Хорошо. Братья, у меня песнопение на стихи Игнатия Тихоновича. Ну, давай. Под занавес. Да, под занавес. Благая весть. Благая весть, кто понесет ее. Это 2003 год. 2 мая. Стихотворение «Проповедь». Меня хорошо слышно? Так а нельзя бы сделать, чтобы букву было видно? Ну, кто-то, может, брат Александр, слова можно найти, зарядить. Вячеслав, постарайся. Или Вячеслав. Да, в чат скиньте, в чат, а я демонстрацию сделаю. Благая весть, кто понесет ее. Уставшим и страдавшимся калекам, земля иссохшая, к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Благая весть, кто понесет ее. Уставшим и страдавшимся калекам, земля иссохшая, к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Господь послал, я ученик Христа, с его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Да слушают имеющие уши, благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, и что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Звонок тревоги, слышатся шаги, наш через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь, разломай замки. А дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком газетный листик к истине крещения. Передаю принявшему потом хотя бы вкратце, где идет учение. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, и что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Не все, конечно, распахнули двери, кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники, звери, квартиру обобрать их карман.
Иная расторопная старушка, прообраз суховее прошлых лет, через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно партбилет, благая весть, тревожные звонки, душа не льда, засев под сувенем. Вам, проповедники, готовятся венки, и что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Не ради них ступени стирая, выискиваю зерна и крупицы, трубу кустам и направление краю, по маршам лестничным взлетая легкой птицей, же православное болото, женский дух, одетый в срам, мужское одеяние, молитвой про себя и даже вслух, взрываем крепости божественным писанием, благая весть, тревожные звонки, и крушение льда совсем под сильнем. Вам, проповедники, готовятся венки, и что подтверждается писанием вполне, что подтверждается писанием вполне. Ну, сейчас я скажу, кто будет молиться. Слушайте внимательно. Так. Андрей Новиков здесь? Андрей Новиков. Почему-то ответа нету. Ну, тогда другого тут посмотрим. Здесь просто телефон плохо реагирует и не сразу интернет это срабатывает, хорошо, что включение. Они пропоют достойно и сразу своими словами коротко поблагодарите Бога. В конце прославьте Святую Троицу. Громко скажите аминь. Хорошо? Да. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величае. Благодарю тебя, Господи, за то, что дал мне жизнь в этом мире. Благодарю за наставников, учителей, за это интернет-сообщество, за то, что есть возможность познавать Писание, изменять себя, свою жизнь, познавать себя изнутри, подрастать духовно. Приводить людей к вере, проповедовать и менять их жизнь, чтобы изменяли и изменялись изнутри. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Кто согласен, аминь, всегда говорите аминь. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Я спрошу. Аминь, спаси Христос. Вячеслав, аминь. Ты не мог бы на минуту поставить? 50 секундов пути. Аминь, спаси Христос. Еще раз повторите. Вы пока не расходитесь. 52 года в пути, заряди там. Венспус, Игнатий Лапкин. Людям показать надо. Некоторые не видели, не знают. Когда я приехал на то место, где обратился. Внимательно, внимательно посмотрите. 52 года в пути. Название ролика. А там мы туда приехали. А того места нет уже. Вот оно. Латвия, Венспилс, 2014 год. 28 июня. А там мы ехали уже из Португалии, видать.
Сегодня суббота, 28 июня 2014 года. Вот мы находимся в Латвии, Вентспилс. Сюда я стремился 52 года. Как я? Как я вообрал? Господи, прости меня, блядь. Покой в обителях небесных Михаила Яна. Все эти годы я воображал, как приеду сюда. Улица Карла Розенберга, 18-4. Это вот здесь это здание было. Как войду в этот дом? На те половицы склонюсь, где я впервые услышал о Христе по Евангелию. Где Иеремею Михаил Александрович и Анна Матвеевна, жена его, Карла Розенберга, 18-4, дали в руки Новый Завет в черном переплете дерматиновом. Где я записал первые слова о том, как родился Христос. Я ничего не знал этого. Хотя был верующий с самых, говорит, молодых ногтей. А знал что? Что есть страшный суд и огонь вечный, который для меня уготован. Никакой надежды на спасение не было, хотя я был ни блудник, ни матершинник, ни вор. Но я был погибший грешник, и об этом мне свидетельствовал Дух Святой. Я теперь знаю, это было избрание мое. В это время я учился в мореходном училище Рижское высшее. Работал матросом. Здесь в порту стоял наш Черноморец. И вот однажды я... Вот Господь ловит-то на чем, что любишь. Я любил бабушек. А мне 23 года. Помочь как-то надо. И вот одна несла сумки две. Мы сейчас туда съездим, к тому месту, мы нашли его. Я подскочил к ней, а сам сошел на берег, чтобы сходить в кино. А поднесла сумки, спросила, а где-нибудь молятся у вас люди-то? Я думал, какие-то староверы, может, что-то есть. Она говорит, вот, показала. И там оказался молитвенный дом баптистов. Мы сейчас туда проедем-то. Но он был на латышском языке. Я уже по-латышски разговаривал. Подошел человек, вот что значит внимание. То у нас православных век-то никому не нужен. Пришел, ушел он. Вы хорошо понимаете это? Спрашивает, а вы откуда? Я говорю, да я тут, наш корабль в порту стоит. Но я говорю, ничего не понимаю. Как не понимаете? Он спрашивает по-латышски. Я отвечаю. Я говорю, я эти слова не понимаю. Блаженный, нищий, духом. Он, говорит, через дверь провел, и тут, говорит, русское собрание. Но я и там ничего не понимаю. Но вышел, когда они молились, склонились, я перешагнул через них, через этих людей, и пошел на улицу, и за мной быстро вышел человек небольшого роста. Это был Михаил Александрович Еремеев. Он, а кто вы такой, откуда, я сказал. И он мне сразу дал свой адрес. Приходите к нам. Бог любит рыбаков. Я был не рыбак. И вот этот дом здесь был. Мы сегодня его долго искали, эту улицу, ее переименовали. Ну, никто не знает, ни милиция, ни полиция, ни люди, ни таксисты, никто. Тогда мы решили по названию как-то около крутиться, около этого молитвенного дома баптистов-то. И вот нашли улица Карла. Одна женщина с собачонкой гуляет, она увидела, мы поговорили. Она говорит, есть тут. Ну, мы с ней расстались. Но она точно не могла сказать. И мы вокруг обошли, и она с собачкой опять увидела нас и машет рукой. То есть мы на нее. Она поняла, что мы кружимся на одном месте. Она говорит, вот это Карла Розенберга. Ну, мы пришли, вот оказалось, дом 16-й. Ну, кого спросить? Я спросил женщину, она не знает. Я говорю, нам нужен старого человека, который знает это. И она соседке долго стучала, как Лерита. Сейчас, посмотри, как ее звать. И эта бабушка нам... Лигита. Лигита. И она сказала, да, здесь был дом.
Дом этот 18/4. Там был и Михаил и Анна. Ну, назвала имена, тут уже сомневаться не приходится. Но теперь какое-то медицинское учреждение, там аптека, поликлиника, что-то. Кто-то, видимо, частным делом заведует. Ну, я пришел на это место, где ничего нету. Но место-то то. Я теперь вижу кое-что. Ну, все переменено. Ну, 52 года назад. Что спрашивать здесь это? Я когда это увидел, я уже духом чувствовал, что сердце мое взыграет здесь. Я не могу удержаться просто. Здесь у меня произошла встреча со Христом. Здесь я родился свыше. Здесь мне дал Бог крещение Духом Своим Святым и показал водительство Духом Святым. Переход от смерти в жизнь. Положил в меня дух ревности огненной, как у Иеремии. Я только возвращаюсь отсюда, корабль стоит, подвез меня этот, который лоцманский кораблик ходит, подвез туда, я через фальшборд переступил и первому матросу говорю, живем неправильно. Христос умер за нас, он ждет, он руки к нам простирает. Это первое мое было свидетельство. Но к Михаилу я пришел не сразу, а на следующий раз, когда на берег сошел. Я так подсчитал по трудовой книжке, получается 27 сентября 1962 года в 17:00. Когда я склонился молиться, а они были тогда соединены, баптисты с пятидесятниками, говорение на языках. Но молиться, я стал молиться достойно, читать Богородицу. А они, слышите, ветер-то идет от них, бурное дыхание ветра-то. Они глаза открыли, ну, говорят, ладно, про себя подумали, потом мне расскажут. Пусть так молятся. А когда в дом к ним зашел я первый раз, они оба небольшие ростом и черненькие такие. А я насмотрелся фильмы «Тучи над Борском», как в жертву приносят там. А дверь у них открывалась, он сразу взял, на ключ закрыл, и ключ куда-то, дверь не открытая. Я сразу присмотрел табуретку, думаю, как ахну по окну-то, я выскочу в окно-то. Может, там в другой комнате люди есть. Мысли-то какие? Зомби. И это была моя духовная родина. Я к ней возвращался, потом с корабля пришлось уйти, работал и жил здесь. Но потом уже Господь меня повел другим путем. Пришлось уехать далеко, меня преследовали, с братом уехал, его оставил здесь по глупости своей. А его научили пить, так он и погиб, родной брат мой Иосиф. И вот сегодня мы находимся на этом месте. Здесь начало моего пути. Все, что у меня сейчас есть. Наследие какое, книги, друзья, искренние и верные, всюду и везде, среди православных, католиков, протестантов, мусульман, у меня везде друзья и везде враги. Этого ничего бы не было, но во мне была ревность. Я с детских лет, 5 лет знал, кем я буду. Я хотел быть террористом, убивать коммунистов за то, что они сделали с моей родиной. Я-то понимал, отец мне рассказывал. Я тренировался в бокс, ходил в секцию стрельбы там. То все ненужное, смертельно опасное. Теперь Господь сделал, как Савла, тебя будут гнать. И 5 тюрем, лагерь за плечами. И мы проехали нынче, а то второе заграничное путешествие. Даже прошли по Турции, Азербайджан, Греция, Италия, дошли до Португалии, Лиссабон, повернули сюда. Бог дорогой менял маршрут. Полетел мотор, двигатель полностью, вот наша машина стоит. Но это было в Швеции. Это ужасное состояние. Среди леса остались и никуда не двинулись. Самые трудные в моей жизни, кажется, такие безвыходные были минуты. Мы только молились. Движение, туда одна дорога, сюда. Никто не останавливается. Но полицию все-таки кто-то вызвал. А потом, когда мы к человеку подошли, мы увидели домик там, поговорили, рассказали. Он слово за словом английский, мы, он там понял, вызвал полицию. А полиция приехала, тогда вызвали уже этот эвакуатор. Я дорогой подсчитал, каждый километр на наши рубли стоит 400 рублей. 400 рублей, вот прикиньте, у нас 1000... С лишним евро сразу сгладили. А у нас нам возвращаться не на чем. И когда мы были там, Юнгби. Вот. И там добрый человек указал. Спросил его брат Виктор, вот, есть ли русские? Тут русскоязычные-то, русские. Да, есть. Вот покажи себя. Он с ними созвонился. Приехали Людмила и Надежда, дочь ее. Ну, советую всяко. Мы-то направляемся куда? В Осло, из Норвегии. Из Осло, значит, в Стокгольм.
Швеция. Оттуда там на 28-е, на сегодняшний вечер мы должны были переплыть. За нас уже заплатили 387, кажется, евро. И игумен Никита с Хельсинки. Едем на Турку, а потом на Хельсинки. Но Бог изменил маршрут, и мы видим, это Божья воля. И не, там специалисты осмотрели машину, нельзя ремонтировать, показали все. Ничего нет там, ни, ну даже жизни никакой нету. А там оказалось, что полетела шестеренка распредвала какого-то топливного. Ну и Надежда сказала, надо там теперь Карс, какой там? Карсхам. Карсхам. Туда 150 километров, опять нанимать этот эвакуатор туда. И там идут уже в Клайпеду. Что? А Клайпеда это недалеко от Калининграда. А там у нас знакомый Дмитрий Булкин. А он оказался в Испании. Но он... Ну вот показали все-таки. Видите как? Ну все. Все. Я уже. Я вообще забыл, что демонстрация экрана. Думал, я один смотрю. Потом голос какой-то откуда-то пошел. Думаю, откуда голос какой-то? Я видел, у нас все было видно. Я не знаю, другие это видели, нет, как я там молился? Видели, да. Ну все, сейчас я отсюда выхожу, выключаюсь, и скидываю все фильмы и прочее. Замечательно видели. Все, так, видели. Все, теперь до свидания, пока. С Богом. Христос. Сестра Марина, микрофон включите, не слышно вас. Не слышно, сестра, включи микрофон. Благодарю всех за молитвы. Дети прилетели в Москву. Сейчас на поезд идут. В Краснодар летят. Благодарю всех. В трауре у меня умерла тетушка 92 года, Царствие Небесное, в Екатеринбурге. Как благодарю звать? Благодарю всех за молитвы. Анастасия. Анастасия. Похороны третьего будут. Аллилуйя.